Добрый день, уважаемые господа. Позиция «Чудо-линейка». Пускается она в такой упаковке. Вот так вот она выглядит. Круги с зубчатыми краями и три шестеренки. Для чего все это нужно? Во-первых, она развивает творческое логическое мышление у детей, способность к рисованию, моторики руки, координацию движений кисти. Может использоваться для различных видов оформительных работ. Совершенствует эстетические способности, учит моделированию цветов, улучшает характер почерка, увеличивает скорость письма у детей. Рассчитана на широкий круг потребителей. Принцип работы достаточно простой. То есть в один из кругов закладываем любую шестеренку, вставляем отверстие и по кругу начинаем такое движение. Ну, то есть, экспериментируя с цветами ручки, можно создавать различные формы. Ну, вот примерно вот так. Позиция хорошо продается в парках, где дети гуляют с родителями, на всевозможных ярмарках, выставках и рынках. Все, всем удачных продаж!